Эй, hey, всем привет, друзья! С вами Крисп на канале Криспис Плей. И мы продолжаем SnowRunner. И у меня для вас новость. Вы знаете, как будет по-итальянски водитель? Как будет по-итальянски водитель? Не знаете? А вот я сейчас расскажу. Это, кстати, такой небольшой у нас экскурс в итальянский язык. Это моя такая фишечка. В прошлый раз, в прошлом видео, про Денди. Да, был обзор игр Денди, и там я объяснял, что означает разница, какая разница между браво и брава. И кто не знает, вот посмотрите там, в моих обзорах. Так вот, по-итальянски водитель будет аутиста. Ты прикинь, по-итальянски аутиста — это водитель. Я посмеялся, я поржал, когда узнал об этом. Ну и ты посмейся, ёпт, и поставь мне лайк, и комментарий напиши. Как много я для тебя значу. Так, чтобы присоединить, подожди, к машине прицеп, нужно подъехать к нему задним ходом, подъехав достаточно близко, откройте... А мне нахуй, а зачем мне прицеп? Подождите, зачем мне прицеп? Объясните мне, зачем он мне нужен? Мне он нахуй не сдался, ваш прицеп. Я хочу сейчас взять и спокойненько поехать к своему гаражу, потому что меня туда ведет дорога. Дорога меня ведет туда, представляешь? Дорога меня ведет в мой гараж. Оба-на, подожди. А может мы исследуем вот здесь? Да? Да поехали здесь. Мы же здесь не исследовали. Поехали здесь, проедемся. Вот сюда. Да нам даже знак не нужен. Нахуй не нужен. Он нам нахуй не нужен. Не нужен, не нужен, не нужен. Мы просто едем прямо. Кстати. Все говорят, да? Все говорят. Ну, все, кто плохо знает. А может быть и хорошо. Гараж. А, кстати, гараж. Кто плохо или хорошо знает, что все водители грязнули. Не моются вообще. В дороге, блядь, месяцами. Ни футболки не меняют. Нихуя не делают. Все это пиздеж. Вот заметь. Я снял две серии. Ёб твою мать, ну я и заехал. Я отснял две серии, и на мне уже свежее, новенькое поло. Ебануться, блять, в какой я жопе сейчас. В какой я жопе, я сейчас чуть было не застрял. Спокойненько, правда, выехал. Особо не переживал, потому что в это время я говорил о своем поло. Я не думал о дороге. Это палка о двух концах. Ты можешь как и въебаться в какую-нибудь хуйню, если не думать о дороге. Так и спокойненько, без напряга, проехать эту жопу. Так, включаем пониженную. Но. Я пока не понимаю, как ехать здесь. Слева, справа, блядь. Смотри, как куча камней. Скорость у меня, правда, небольшая. Наверное, это плохо, да? Да повышаем ее. Проскочим. Попробуем проскочить. Потому что иначе мы можем, сука, завязнуть. На маленькой скорости ляжем на брюхо и хуй нас куда отсюда достанем. Проскакиваем. Проскакиваем эту жопу. Жижу, жижу. Жопу, жижу. Все на Ж начинается. Вот все, что не очень, это Ж. Это полнейший Ж. Женщина к этому не относится. Женщина — это прекрасное создание. Их надо любить, обожать, ценить, уважать и просто ими наслаждаться. Поэтому я не понимаю, почему они начинаются на Ж, но хуй с ним. Короче, мы где? Мы, блядь, где-то здесь, да? Въезд в гараж. А, ну мне вот сюда и надо. Мне сюда и надо. А, так, значит, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Ну да, мы вот сюда сейчас и приедем. Я, видишь, как поехал по жопе и приехал в нормальное место. Главное сейчас не наебнуться, не развернуться, не упасть, нихуя, короче, не сделать негативного, отрицательного, плохого, ужасного, галимого и так далее, и т.п. Мы приехали, видишь, аккуратненько доехал по всей этой жиже, поэтому, блядь, такая машина грязная, да, бля, просто бля. Помнишь серию с Джо Трибиани, когда он с Моникой, что-то там за кем-то, там была соседка, вот, и Джо ей заинтересовался. И соседка им, а потом подошла Моника. А соседка та подумала через улицу, что типа он с Моникой. И он такой типа, не-не-не-не-не-не-не, Моника это бе. Ну, помнишь, да, эту серию? Охуенная серия. Вот друзей просто обожаю. Так, что это такое у нас? Мы в гараже, да, мы в гараже. Сейчас мы будем заниматься всякой хуйней. Наружен гараж. Контракт выполнен. Дорога в гараж. В гараже вы можете превратить свою машину в настоящего монстра, и тогда местные болота будут нипочем. Как подготовить... Как подготовитесь, берите контракт и выезжайте. Хорошо, блядь, я готов. Ну и чё? Гараж. Мне надо, чтобы у меня все было ни по чем, понимаешь? По-итальянски ни по чем, как будет, хуй знает. Я тебе потом расскажу в следующей серии. Ра-ра-ра-ра. Гараж, 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 гараж. Сейчас, подожди, чайку глотну. Гараж с лимончиком, чаечку. Для тяжелого рабочего дня водителя это самое то. Чай с лимончиком.
Я, конечно, без сахара пью. С сахаром он еще и на мозги хорошо влияет. Но я без сахара, чтобы не разжирить. Я же, видишь, как сидящий образ жизни. Гараж. Гараж используется для хранения, улучшения, приобретения и продажи транспортных средств, а также для переезда в другие регионы, чтобы получить доступ к гаражу. Его нужно найти на местности. Гаражи есть во всех населенных пунктах. Запомните, где находится ближайший гараж. Я запомнил. Ну, нахуя? У меня есть карта. Переезд. Карта запоминает все. Смысл мне запоминать. Переезд одна из восьми. Нет необходимости выполнять все задания в одном регионе, чтобы переехать в другой. Некоторые редкие автомобили и ресурсы можно будет найти только в других регионах и населенных пунктах. Давайте попутешествуем. Подготовьте машину к переезду, поставив ее на стоянку кнопкой Равел. А нахуя мне переезжать? Тут отличный город. Я здесь один живу. Заебись. Двигатель. Chevrolet. Двигатель, ну да понятно, блядь. Хай мне этот экскурс в двигатель автомобиля. У меня подвеска же есть, да? Высокая, вот я ее хочу. О, блядь, хуя себе, видел, как его подняло? Брррр, заебал, прям я хочу ее, да, установить. Давай, 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 установить. Шины. Шины. Мне какая-то хуйня, да, у меня не шины. Что такое? 35. Вау, вот это шины, блядь. Какая-то хуйня, да, не шины. Везде шоссейные. Мне нужны. Что это такое? Что это за хуйня? Шины мне нужны. Не нужны. Мне нужны вездеходные. За 2900. Вот такие, блядь. Заебище. Внедорожные. Подожди. 38. Во, блядь. Вот это шины. Вот это шины, сука. Для бездорожья. Вот. А это еще круче, да? А, нет, это закрыто все. Ну я. Ай, блядь, понятно. Вездеходы, вездеходы, вся хуйня. Маленькие вездеходики, большие вездеходики. Ну давайте купим, такие, да, купить такие шины, мне прям, блядь, шины-то прям хочется, но чтобы у меня нормальные были, крыша кабины, да, вот это вообще редкая хуйня, зачем это мне надо, мне это не нужно, меня все устраивает как есть, серийные, блядь, разные, пороги, козырьки, диски, ну да, давайте еще и диски поставим сюда, уставить, пусть у меня будут вот такие диски. Пусть у меня будет передний бампер, а буксировочный, ну, такой, буксировочный пиво, заебись, блядь, сейчас мы его оснастим, да? Сейчас мы оснастим стальные пороги, блядь, а ну хай мне нужны. Что я буду возить на стальных порогах? Вот нахуй они мне нужны? Зачем на это тратить деньги? Это тупо как-то, да, блядь? Красный, желтый. Пусть у него желтый будет, блядь, вот желтый мне нравится. Желтый, как даже бамбалби. Еще полоски такие нанести бы. Фигурки. Хуясь, фигурки здесь можно сделать. И как я на них буду смотреть? Ну, блядь, ну это пиздец. Зачем мне нужны эти ебанутые фигурки? Аксессуарий. Кости. А, кстати, ну да, вот это можно повесить. Кости. Ловец снов. Пусть он будет такой индейский ловец снов. Просто охуенно будет, да? Красиво будет, блядь. Ранчо. Фу, какая гадость. Фу, какая. Зачем вы мне это показываете? У него свисает там кое-что. Я не хочу это смотреть. Не хочу. ГАИ. Еб твою мать. В Мичигане ГАИ, да? Free, true, you. ГАИ. ГАИ, блядь. Чистый джип. Ну, это какое-то безвкусие. Это какая-то хуйня. Наклейки для дураков. Наружные наклейки. Вот это интересно. Вот это интересно. Что можно... Я бы, конечно, не наклейки сделал, а какой-нибудь просто нарисовал что-нибудь там. Ну, наклейки, ну, нахуй она нужна. Это совсем уж, ты знаешь, там этот хилибили, реднек. Ну, короче, по-английски это переводится как деревенщина. Не-не, это все хуйня. А вот украшение на капот, это интересно. Ну, блядь, ну не на такой машине. На такой машине все уебично выглядит. На такой машине все выглядит как хуй знает что. Да, мне больше ничего не сделать. Свободный дифференциал. Подключаемая, свободный. Шноркель. Что? А, это типа, чтобы она мне не глохла в воде. Вот шноркель надо. Шноркель прям, блядь, надо. Потому что я по такой хуйне езжу, что шноркель мне нужен. Модель кузова. О, блядь, нихуя себе. Нихуя себе. Но я не могу это сделать. Я не могу. G-карта мира. И чего? Мичиган, Северная Америка. Погода в штате Мичиган часто оставляет желать лучшего. Ледяные ветра с великих озер, зимы, настольные
настолько холодные, что грузовик можно загнать на лед и ловить рыбу, и ливни, смывающие дома, и приводящие в негодность дороги недавние затяжные дожди особенно сильно ударили по местной промышленности. Под угрозой находится вся отрасль штата. Да. И чё, блять, Кольский полуостров. Нихуя себе, нахуя мне на Кольский полуостров ехать? Окруженный с двух сторон холодными морями, Кольский полуостров – одна из самых северных точек европейской части России. Хотя сейчас большая часть региона может показаться сплошной стеной таежных хвойных лесов, изредка пересекаемых очередной рекой или горным массивом, его неприветливый фасад таит множество секретов, год за годом привлекающих любителей истории. Вот и сейчас очередь экспедиции по местам боевой славы весьма заинтересована в помощи умелых водителей. Прогресс в регионе, блять. Обнаружены обе бронемашины, собраны обломки самолета, посещены заброшенные бункеры. Я не хочу в эту жопу ехать. Я из России хотел бы куда-нибудь наоборот уехать. Во времена золотой лихорадки долина горы Биг Салмон была важным местом золотодобычи. Сейчас этот участок частенько подтапливает выходящую из берегов река, однако это не мешает местным компаниям продолжать поиски золота в недрах юнконских горных пород. Подтопленные предгорья. Блять, опять в ту жопу. Я не хочу в подтопленные предгорья. Болото. Таймыр. Аляска. Аляска. Суровые просторы Аляски всегда были Мичиган, блять. Ну, нам надо куда-то уехать, да? Из Мичигана. Ну, поехали на Аляску. Давайте по очереди. Путешествовать. Гараж. Для вас уже готов гараж. Ну, хорошо. Готов гараж для меня уже. Станция обслуживания. Я вот здесь в гараже, да, буду? Буду здесь в гараже. Машины и прицепы. И что здесь? И что здесь? Blackbird. Строительство трубопровода, ремонт. Давайте этот принять. Есть срочная работа. Мы стали подрядчиком местной топливной компании на строительство нефтепровода. Доставьте строителям все необходимое. Доставить запасные части. Ага. Принимаем. Ну, давайте, погнали. Принимаем. Принимаем. Мы где? В гараже, да? Г, карта. Мне карта не нужна. Я блядь, закончил. Покинуть гараж. Покинуть гараж, да. Сначала отправляйтесь на Аляску и пройдите обучение по теме переезд. Как я должен это сделать? Как мне это, блядь, сделать? Обучение по теме переезд. И чего, блядь? Гараж открыт. Ну, давайте, я вот здесь. Начать заново, не следить. Обучение по теме переезд. Как я должен его, блядь, пройти? Объясните мне. Поручение. Склад. Доставьте к трубопроводу. Пропустить время. Закрыть. Ну, я закрыл. Вот чё. И чего, блядь? Отправляйтесь на Аляску. Ну, я же здесь, на Аляске. Я уже здесь. Вы не понимаете. Поручение. Да, хорошо. Поручение готово. Машины, прицеп. Гараж. Гараж. Все, вот мой гараж. Все, сюда. Отправились, блядь. Наконец-то, ёпта мать. Водитель грузовика проводит дороги в среднем 240 дней в году. Да, это получается 2/3 года. 2/3 года. Переезд. 6 из 8. В гараже пусто, поскольку ваша машина на стоянке. Перейдите на стоянку и разберемся, что дальше делать. Хорошо. Ох, нихуя себе какая машина. Вот эта машина, блядь. 140 700 долларов. Переезд. Ваша машина готова к работе. Давайте выйдем из гаража и сделаем Аляску. Давайте, ребят, давайте. Погнали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И чё, блядь? И чё, блядь? И чё, блядь? И чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Всё? Это вся моя машина? Хорошо. Хорошо. Тюнинг я хочу. Я хочу тюнинг. Я хочу сделать небольшой тюнинг. Я хочу сделать её жёлтой. Мне нравится почему-то жёлтая машина. Жёлтая. Только не такая хуйня какая-то, а жёлтая. Или как Бамблби, да, бы её сделать? Вот такой прям. Синяя, блядь. Красная. Не, как-то жёлтый ей не идёт. Вот жёлтый ей, блядь, совсем не идёт. Почему нет чёрного, да, цвета? Или где? А, он есть. О, вот такой, да? Вот такой мне нравится. Вот такой мне нравится. Вот такой вот, хорошо. Шторки. Шторки, блядь, еще можно сделать. Нихуя себе. Осенний лист. Бубны. Червы. Кресты. Домашний уют. Боксерские. О, вот это хорошо, да? Боксерские перчаточки оставим. Че, движочек, да? А у меня, блядь, всего 2300. Я нихуя не могу сделать. Мне подвеску бы повыше. Подвеску бы получше бы поставить, да? На нее. А получше подвески нету. Шины какие есть? За 2900. Блять, все дорого. Нихуя больше не могу. Поеду на этом ведре.
покинуть гараж. Ну, поехали, Аляска. Добро пожаловать на Аляску. Вы уже ознакомились с основами игры, поэтому можете остаться здесь, выполнять контракты, улучшать грузовики или покупать новые, а также исследовать местность. Но выполнять контракты на Аляске будет непросто из-за погодных условий, так что если вы хотите подготовиться получше, то мы рекомендуем вернуться в Мичиган. Не забывайте открывать неисследованные зоны, наблюдательные вышки, а также запускать контракты из меню карты М. Ебануться можно, ебануться, бля. А у меня есть ручной тормоз, П, заебал меня. Так, как сделать? Ну, из кабины почему-то неинтересно, да? Вот как, блядь, вот все. Это магазин прицепов, здесь можно покупать и продавать прицепы для перевозки различных грузов. Да и хуй с ними, можно и можно, блядь. Мне сейчас надо выполнить мой контракт. У меня есть контракт, ребят. Понимаете, у меня есть контракт. Мне надо его сделать. Контракты, GR, чё, доставка. А где мой контракт? Где мой контракт? Станция обслуживания. Вот, трубопровод. Да, вот сюда надо доставить. Станция обслуживания. Это, видимо... А где забрать-то? Склад. Склад, склад. Что это такое? Малый прицеп платформы. И нахуя мне сюда? А тут что? А тут что? Склад. Не, сюда мне не надо. Я хочу, знаешь, что понять? Станция обслуживания. Вот мой гараж. Вот сюда трубопровод доставить, да? Станция обслуживания. Вот она вышка. Ну, блядь, ну не знаю, поехали, знаешь куда? Поехали, вот сюда, малому прицепу. Как-нибудь доедем, а там видно будет. А там мы все узнаем. Как он гудит? Во, блядь, это уже нормально гудит. Хуёво, конечно, ну как бы, не так, чтобы прям, блядь, заебок. Но нормально. Ёб твою мать. Мы не успели отъехать, уже застреваем с него. Ну как это называется? Ну как это может быть такая хуйня? Как это возможно? Мы только, блядь, отъехали, уже он у меня застрял. В снегу, в маленькой кучке снега. Что будет дальше? Аляска, Аляска. Вот не подари, да, Екатерина II. Ну пиздец, ну аккуратнее, ёб твою мать. Не подари Екатерина II, или какая там, Аляску, да? В 1800, каком там, 60, не помню, году Америке. Был бы охуенчик, да, такой у нас Аляска была бы, представляешь? Как бы она называлась? Вот как бы ты назвал Аляску на русский манер? А, давай, блядь, поворачивай. М? Как бы ты назвал ее? Вот подумай. Напиши мне в комментарии, как бы ты назвал Аляску, если бы это была территория Российской Федерации. Только не надо мне, блядь, писать Аляска 2 или Аляска Джуниор, какую-нибудь такую хуйню. Или Владивосток 2000. Это отдельное было бы у нас региончик какой-то. Стоял бы холодный. Как бы ты его назвал? Куча снега, да? Оригинально, оригинально. Но хз, подумай еще. Подумай еще, блядь, меня заносит, подожди, джи-джи-джи-джи. Машину понесло, машину, блядь, понесло. Резко тормозить нельзя, иначе ее еще сильнее понесет. Это закон дороги, закон движения. Что когда у тебя задний привод, то тормозить нельзя, если тебя понесло. Так, мы туда не поедем, я там не проеду. Едем по дороге. Если передний, то наоборот, надо подбавить газ. И выкручивать руль в сторону заноса. Запоминай, блядь, запиши даже лучше себе. Повесь себе на лобовое стекло, когда будешь ездить зимой. И каждый раз, входя в поворот, смотри на этот листочек. Смотри и благодари меня. Посылай мне благодарности в своих мыслях. Так, подожди, куда мы едем? Куда мы, блядь, едем? О, нихуя себе, а мы уже, да, далеко доехали. Мы уже почти там, а мы уже на месте. Просто едем прямо. Направо не поворачиваем. Как она буксует, да, блядь? У меня еще колеса не шипованные. И почему-то у нас еще два колеса поднято. Как вот мне их опустить, чтобы было больше сцепления, лучше? Это возможно вообще, нет? А-а-а! Что такое? Дифференциал. Ну, ебаный в рот, блядь. Ваша машина оснащена блокируемым дифференциалом. Как правило, для включения этой функции достаточно перейти на пониженную передачу. Этот вид дифференциала позволяет зафиксировать колеса так, чтобы они вращались синхронно, несмотря на нагрузку или сцепление с дорогой. Эта функция может помочь вам выбраться со сложного участка любого типа. У некоторых автомобилей блокируемый дифференциал всегда включен, что позволяет использовать эту функцию вместе с автоматической коробкой передачи. Так, блядь, мне как раз таки нужен дифференциал. Он, что делать с ним? На пониженную передачу, да? Дифференциал и пониженная передача. Окей, запоминаем. Дифференциал сейчас у нас только на... А, сначала пониженная, вот сюда. Теперь дифференциал. Видишь, они так медленно крутятся одновременно.
Но почему-то назад не раб... У меня почему-то не работает назад. Вот так. А, дифференциал, да, работает еще и на реверсе. Стоп, 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 блядь, куда ты поехал? Вот, аккуратненько заезжаем. Пиздец, блядь, на таких колесах нешипованных, как тут вообще можно передвигаться? Видишь, она, у него не хватает мощи заехать. Ёбнуться можно, не хватает. Включаем, блядь. Автомат, давай побыстрее. Жжж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 
Надо аккуратненько разогнаться. Сейчас разгонимся. И ломанемся. Вперед. Давай. Главное, дорогу не потерять. Побыстрее едем. И заезжаем. Вот такой у меня план, блядь. Видишь, работает. План всегда работает мой. Потому что он продуман. И главное, сука. Просто ты посмотри на этот лед. Аж, блядь, свет отражается нахуй. У меня машина не тормозит нормально. Она просто скользит по этому льду. И ты нихуя не можешь сделать. Область выдачи поручения. Это область выдачи поручения, чтобы принять его и получить дополнительную информацию, нужно попасть внутрь этой области. Ну, я здесь, я внутри. Давай, поручение. А, вот, поручение. Ремонт моста. Местные власти ищут шофера для доставки материалов к месту ремонта металлического моста. И обещают неплохо заплатить. Давайте принять. Ептать. И чего, блядь? Икс следить, да? Следить, не следить, хуй поймешь. Так, где мои поручения? Где мои, блядь, поручения? Так, подожди, поручения, это куда? Почему у меня не работает поручение? Как мне зайти, блядь, в поручение? Металлические балки. Ну, я и так должен их загрузить, понятно. Это и так понятно. И что, блядь, мне не проехать вот здесь? Сука, блядь, здесь моста нет, видишь? Я долбоёб, ой, блядь, я долбоёб. Ладно, поехали отсюда. Поехали туда сюда. Закрыть, эскейп. Ну ты едешь или нет, блядь, заебал. А, у него ручной тормоз стоит. У него стоит ручной, сука, тормоз. Мне, значит, надо отсюда возвращаться. Ох, нормально, так ебанул свет. И как я здесь выйду? Вот мне интересно, как мне отсюда выехать? Мне здесь не проехать. Металлический мост разъебан к хуям. Куда мне сейчас ехать? Вот наш план какой. Ты видишь еще какой-нибудь мост вот сюда? На эту сторону. Мне, значит, надо вот сюда направо. Этот меняем. Вот сюда доезжаем. Потом сюда, и сюда, и вот сюда. Ну и так и поедем. Так поедем, да? Да, так, блядь, такие варианты. Главное сейчас развернуться. Я не знаю как. Чтобы здесь не застрять. Видишь, он не хочет разворачиваться. Он не хочет. Места слишком мало для разворота. Они бы хоть знак какой-то, блядь, поставили, что там дорога, сука, закрыта. Поставили только знак, что здесь мус, ось, блядь. Ну долбоёбы же, правда ведь? По-другому не назовешь людей. Вот ты едешь, подъезжаешь, а просто, сука, мост, блядь, разъёбан нахуй, где не проехать. А ты вот на такой хуйне. Это еще хорошо без прицепа, блядь. Прикинь, с прицепом. И чё, блядь? И чё я буду делать с ним? Мне назад не выехать будет на машине с прицепом, она очень тяжелая. Тем более там все обледенело, там горка. И вот так вот ебаться, даже на этой хуйне приходится здесь ебаться, блядь, чтобы просто выехать отсюда, развернуться. Долбоебы, блядь, поставьте бы нормальный знак. Если я его, конечно, пропустил, это я долбоеб. Но он должен быть, сука, заметный. И этот блокиратор надо ставить на какой-нибудь развилке, чтобы человек мог развернуться по-человечески. Потому что здесь грузовые машины, блядь, ездят. А не какая-то хуйня на велосипеде, блядь. Как можно об этом не думать? Полудурки, блядь. Где забота о людях, мать вашу? Заебали, блядь, вот просто, блядь. Как это можно, блядь, так было допустить? Это просто дичь какая-то. Я приеду вам, ебало всем нахуй. Полудурки, блядь, дорожные. Мне налево. Ой, ёб твою мать, мне по этой жопе ехать. Пониженную, включаем. И дифференциал. Ну и все, блядь. И сейчас трянем хуям, да, здесь? Он типа едет, да, но так медленно. Просто даже не видно, как колеса вращаются. Ну просто мы едем, вроде бы как, да? Проехать небольшой участок. Я боюсь включать нормальную скорость. Видишь, колеса крутятся. Значит, едем. Ну, в смысле, блядь. А вроде нет.
Мы застряли. Все, мы застряли. Колеса крутятся, но мы застряли. Надо включать реверс. А где у меня лебедка? У меня она еще есть, нет? Лебедка закреплена. Лебедка закреплена, мы включаем пониженную передачу, дифференциал. Ну и, блядь, жмем лебедку. Ломаем хуям сосну. Ну понятно, блядь, ну найди ты получше себе, блядь, дерево. Да что ты выбрал-то, блядь? Если ничего не помогает, можно прибегнуть к эвакуации. Я охуеваю. Найди нормальную себе, блядь, дерево. Закрепи сразу на несколько. Вон столб стоит, на него закрепи. Во, упавшее дерево, нормально. Оно держит. Видишь, поехали. Поехали. Я надеюсь, это мы едем к дереву, а не дерево к нам. Подожди. Вот так. Вот так, вот так. Да не из-за него, блядь. Нахуй нам нужно. Просто, сука, неудобно. Приходится, блядь, и лебедку жать, и вперед, и назад, и влево, и вправо крутить. И получается хуета. Мне вот сюда. Как мне лебедку закрепить, куда я хочу, а не куда она закрепляется? Мне просто сейчас не надо вот за это дерево ее цеплять. Не надо. Мы едем в жопу, блядь. Понимаешь? Мы едем в жопу. Ну и чё, блядь? И хули. Как мне, блядь, лебедки прицелиться в другое место? Мне нахуй не нужно, чтобы она сюда цеплялась. Вот как ее можно, блядь, направить? Вот сюда, пожалуйста. Можно ее? F. Нет, сука. Он крепит ее к ближайшей ебучей, блядь, сосне. Дереву. К чему угодно. Не туда, куда мне надо. Понимаешь? Не туда, куда мне надо. Все, мы сейчас вылавываем нахуй все деревья, вылавываем в пизду их. И будем уже цепляться куда надо. Ну так, наверное, здесь устроено все. Я не понимаю, потому что... Все, блядь, приехали. Ой, блядь. Ну игра. Ну ебанутая игра. Видишь, мы назад крутим эти колеса. Да я понял, блядь, заебаливаться и... Нет. Я пытаюсь сам. Все, пиздец, мы застряли. Нереально. Это нереально здесь. Выехать отсюда, хуй ты выйдешь. И полного привода нет, и нихуя нет. И ничего ты не сделаешь. И лебедку надо крепить вот туда, к той хуйне. Почему она у меня не управляется? Я не понимаю. Я хочу ее сюда. Можно как-то ее сюда? Включить лебедку, отсоединить лебедку. Включить, отсоединить. Почему она сама решается, куда включаться? Это же тупо, это бред, блядь. Заебало. Ну реально, ну реально. Эвакуация. Давайте, эвакуируйте меня нахуй. Принять. Ну это тупость какая-то, блядь. Вот просто по-другому не назовешь. Как это можно, блядь, было сделать? Я уже об этом, блядь, говорил. Какого хуя? Мне взяли, блядь, не поставили знак. Я заехал туда. Это первое. Второе, блядь. И вот здесь я застрял. Потому что тут ебанутая лебедка, блядь, не может цепляться, куда я хочу. Она цепляется сама, куда хочет. Это чушь какая-то. Это, блядь, так быть не должно. Поехали через этот черт темный участок, не исследованный, и посмотрим, что там. Будем заодно изучать, что у нас тут есть. Включаем фары. Ебану сюда фары хуярит. И гудок. Всем проснуться, я поехал. Вы должны все знать, что я еду. Я еду по сугробу, и сейчас я застряну. Но это, блядь, ёб твою мать. Что-то я отвлекся на чаёк. И чуть проблем я не огреб. Это рифма, блядь. Это рифма. Сохранение. Уже, блядь, почти 30 минут прошло. Да? А у меня получается, я нихуя не сделал. Ни одного кручения. Я умудрился застрять. Сломать несколько деревьев лебедкой. Найти мост непостроенный. Который заблокировал мне дорогу. И все, блядь. И больше нихуя. Очень продуктивный день. На машине. Очень продуктивный.
Да как по этой хуйне-то можно ездить, блядь, ёб твою мать? Это ж просто пиздец. Это невозможно, блядь, играть в таких условиях. Как, блядь, поэтому можно ехать? Это объясни мне. Ну что это за чушь? Пиздануться можно, блядь. Все, блядь, я охуеваю. Я охуеваю. Как тут вообще можно, блядь, работать в этих условиях, блядь? Вот за тот столб зацепил его дальний, блядь, полудурок. Это пиздец, это пиздец. По-другому не сказать. Просто как это можно проехать? Вот даже если я сейчас еще раз здесь поеду, как это можно, блядь, объехать? Мне опять нужна эвакуация. Ебануться можно. Ебануться. Это, блядь, игра просто о том, как меня все время эвакуировали. Вот если ты хочешь, блядь, посмотри, как меня все время эвакуировали, пожалуйста, смотри, блядь. Я еще раз тебе покажу. Я больше нихуя не понимаю. Тут не проехать, видишь? Все, пиздец. Как тут? Вот тут можно проехать? Что здесь? Что это за хуйня? Что это за говно? Все хуям разбито. Здесь, блядь, озеро какое-то. Лучка. Знаешь что, поехали сюда. Поехали нахуй сюда. Ну то, что, блядь, невозможно так играть. Тебя просто постоянно ебут. Невозможно, блядь. Ты везде застреваешь, постоянно тебе хуёво как-то. Надо. Вот сюда на вышку заехать. Но я здесь застряну. Это бессмысленно, блядь. Сюда ехать бессмысленно. Вот нормальная дорога, здесь разбит ебаный мост. Тут не проехать. Как можно проехать? Вот здесь я проеду сверху. Потому что здесь, мне кажется, я не проеду. Ну ладно, попробуем. Попробуем, хуй знает. Тут же, так. Тут же, знаешь, да, тут же как... Сейчас, секунду. Тут можно же как-то еще пропустить время, да? А что это значит? Пропустить время, что это значит? Как его пропустить? А, типа день. Понятно, можно ездить ночью, можно днем. Ну поехали днем. Днем-то всяко полегче, да? Хотя бы видно, куда едешь. Хотя бы видно. Вот, поворот. Ну давай, поворачивай. Ну вот, хорошо. Я уже научился входить в повороты. Легко, просто, красиво. Разъебал себе колесо, подвесочку. Это я тоже научился, блядь, еще в Мичигане. В Аляске я повторяю все, что, чему научился. Повторение, мать, учения. Разъебавший себе маленький джип, разъеби себе еще и грузовик. Вот такой слоган моей компании. Маленькой моей компании, где я работаю сам на себя. Один. Частный предприниматель. Надо нахуяриться будет после смены и сказать, что я устроил себя. Просто корпоратив. Я не хуярюсь, я устраиваю корпоратив индивидуального предпринимателя. Все, и не ебет. А подожди. Ну и чё, блядь? И где я? Вот мой грузовик, да? И вот сейчас мы подъезжаем. И поворачиваем направо. Но как это, сука, сделать? Так, чтобы здесь не застрять. Как это сделать? Просто странно, что здесь, блядь, в таких условиях есть какая-то грязь и жижа. Ну, блядь, почему она здесь, ебаный в рот, есть, блядь? Откуда ей здесь взяться? Тут же все замерзшее. Это даже, сука, не снег. Это просто все должно быть сковано морозом, блядь. Это должно быть все крепкое. Я там не проеду. Я даже могу не пытаться. Ты посмотри на эту хуйню. Там нереально проехать. Это, блядь, невозможно. Надо возвращаться. Возвращаемся, блядь. Ну это пиздец. Как мне, блядь, опустить колеса, блядь, дополнительную пару? Почему она поднята? Что это за хуйня? Ты нихуя не можешь сделать. Ты просто ебешься на ровном месте. Это, блядь, чушь какая-то. Это чушь полная, блядь. Так быть не должно. Если цеплять лебедку так за дальний, почему он цепляет ее здесь за ближний? Ну что это за хуйня? Что это за хуйня? Как мне вообще тут дальше быть? Это заебало уже все. Это заебало. Нужна эвакуация. Мне нужна эвакуация. Ребят, я, блядь, здесь 3 дня, вы меня уже 3 раза эвакуировали. Невозможно, блядь, здесь невозможно работать. Невозможно.
Давайте еще раз. Мы взяли заказ, мы должны его исполнить. Хуй его знает как, мы должны его, блядь, исполнить. Мне просто не проехать, понимаешь? Не проехать. Здесь мне не проехать, здесь мне не проехать. Здесь мне, блядь, не проехать. Только здесь вариант проехать. Кажется. Кажется, можно только вот здесь проехать. Я больше не представляю, как. Как еще куда можно проехать. Ну давай, поехали вот так. Пусть знает как. Попробуем здесь так проехать. Ну это, блядь, невозможно же, ебаный, вот, блядь. Ты 10 раз пытаешься проехать к ебучему, блядь, складу, и каждый раз ты вязнешь в какой-то хуйне. Почему здесь, блядь, такие неприспособленные к дороге к езде? Вообще, блядь, не приспособленные. Почему разъебан мост? Почему не чистят дороги, не ставят знаки? Если просто, сука, не проехать, как ты собираешься вообще здесь работать? Это ебатория какая-то. Ты просто, сука, катаешься от гаража до эвакуации. Все, блядь. Вся твоя работа. Ну это же ебнутым надо быть, чтобы перевести в такой непригодный вид эту дорогу, чтобы ты просто не можешь никуда доехать. Это какая-то хуйня. На таком грузовике мощно. Ты просто, сука, вязнешь и все. Ну и... Блять, слов нет. Просто, сука, нет слов. Все видео о том, как я, блядь, буксовал в снегу и был эвакуирован. Все, блядь. Как же, блядь, бесит. Подожди, давай сюда заедем. А ну хай мне сюда, подожди. Что-то я хотел. Здесь можно, да, у станции обслуживания. И что я могу обслужить себе? Я же только что из гаража. Я себе нихуя не могу обслужить. Потому что. У меня нет денег. Чтобы себя обслуживать, нужны деньги. А я не могу их заработать, потому что я работаю в ебаной Аляске, где ты, сука, на своем машине можешь доехать до ближайшего поворота. Все, блядь. А потом платишь бабло, чтобы тебя эвакуировали. Здесь зарабатывают только эвакуаторы. Больше никто. Где у нас поворот? По-моему, вот этот. Да я его, блядь, 10 раз уже проехал. Я уже проехал опять этот поворот. Меня заебал. Он меня заебал, по-другому здесь никак. Или вот сюда, поехали сюда. Ай, блядь, точно, поехали сюда. Поехали сюда, пошли они нахуй. Мы едем вот сюда, блядь. И вот здесь мы поворачиваем направо. Понял? И ебем. И едем вот так. И нас не ебет больше никакой поворот. По-моему, там нормальная дорога, есть мост в объезд. Попробуем туда проехать. Ну ебануться можно, блядь. Всю неделю, сука, изучаю 2-3 ближайших поворота. Неужели мужиков там нет нормальных, которые сказали бы: слышь, там, ты новичок. Ты, короче, вот здесь не едь, сюда едь, туда едь, сюда не едь, блядь. Все, и нормально бы я поехал, блядь. Нет же, нахуй. Надо крутиться, вертеться, блядь, на одном месте, блядь. Гараж, поворот левый, гараж, поворот правый. И каждый раз эвакуация ебаная, блядь. Давай, блядь, поехали, сука, развалюха ебаная. Не машина, это хуйня. Вообще никуда не может ни выехать, ни вытащить, ничего, блядь, не может. Это не машина, это, блядь, бред. Давай, блядь, тяни. Ну, сука, пониженная, дифференциал, вся хуйня. Ну, давай. Пиздец. Мы не можем, мы вообще не, мы, блядь, не дееспособные мы. Мы не можем никуда приехать. Едем назад. На реверсе с дифференциалом. Сдаем, блядь, давай, машина. Мне бы очень было интересно, как я могу опустить ебаную пару колес. Она бы помогла, я думаю, когда ты... Блять, она бы очень помогла, когда ты стоишь на месте и вынужден буксовать. Ну и чё, блять? Я теперь буксую на ровном месте. Представляешь, я даже не застрял. Я просто буксую на ровном месте. Пиздец просто, блядь, я буксую на ровном месте. Здесь, блядь, даже буксовать негде. Выйди ты цепи надень, полудурок, блядь. Это не водитель, это какой-то долбоёб. Даже я знаю, сука, я никогда не водил такую фуру, блядь, как ей управлять. Водитель нихуя не знает. Ездит не на шипованных колесах, в какой-то жопе, блядь. Без цепей, без всего. А и нахуй не нужны. И как, блядь, я здесь не проеду. Я здесь не проеду. Это бессмысленно. Это опять очередная эвакуация. Это хуйня все. Здесь дорога нарисована была нормальная. Не такая хуета. Я здесь не проеду. Просто не проеду я здесь. Это, видимо, надо, чтобы играть в эту игру, сейчас накопить денег на нормальные, сука, колеса. Ну и куда? Куда я вот здесь проеду? Я застряну просто и все. Ну, поехали. Давай, включаем дифференциал. Сейчас, подожди. Назад он не едет, назад он не едет. Стой, блядь. Полдурок. Вот так. На маленькой скорости, на дифференциальчике. Едем по колее.
Вообще по колее не рекомендуется ехать. Ну и все. Все, пиздец. Ну почему нельзя прицелиться? Сука, я, может, что-то не понимаю. Подожди, давай посмотрим в настройках. Может быть, здесь можно прицеливаться. Клаксон, полная блокировка, быстрая лебедка, оценить лебедку, карта местности, функции. Как, блядь, управлять лебедкой? Почему она цепляется только к ближайшему дереву? Ну что это за хуйня? А? Ну что это за хуйня? Может, ее перенести можно как-то? Вот сюда, можно ее? Да, блядь, нахуй ты мне здесь не нужна, лебедка ебанутая. Ты мне нужна в другом месте вообще. Ты мне нужна, блядь, в другом месте, тупая ты лебедка, блядь. Видишь? Она не хочет, ее не перенести. Эту лебедку, блядь, не перенести. Ее никак не взять, нихуя не сделать. Ой, блядь, какая-то хуйня это, вот честно. Ну ладно, да, вот такая хуйня. Вот такая хуйня. Пиздец, просто, блядь, это не игра, это... Здесь надо прокачивать машину, ты на ней нихуя не сделаешь. Надо возвращаться в гараж, и копить деньги на то, чтобы работать на Аляске. Потому что тут нереально работать на такой машине. Ты сам все видел, я пытался... Хоть куда-то уехать. Мне надо сделать тюнинг, вот смотри. Мне надо сделать подвеску повыше. Да? И шины. Вот шины хотя бы сделать. Но они, видишь, сколько стоят? Они закрыты все. На этих шинах я нихуя не могу сделать. На этих шинах мне тупо не проехать. Пиздец. Просто пиздец. Карта мира, хорошо. Карта мира, блядь. Таймыр. Ну, можно на Таймыр поехать, да? Сука там вроде. Я хочу нормальный участок без жижи, без грязи. Меня заебало это жижа и грязь. Или поехали в Мичиган. Поехали нахуй в Мичиган. Вот сюда, обратно. На Мичигане поработаем, блядь. Накопим денег и вернемся, купим себе нормальную машину, блядь, на которой хоть можно хоть что-то делать, сука. Да, ну понятно. Так. Хаски, форвардинг, инвентарь. Это у меня уже было. Важный заказ. Во, вот это нормально по деньгам. Доставить на базу снабжения Смитфилдская дамба, топливо, расходники, части деревянные доски. Доставить на станцию лесозаготовки. Заблокировано. Пиздец. Почему он заблокирован? Я хочу его взять. Это все заблокировано. Тут что можно сделать? Дело труба. Пиздец. Так мало денег. Ну давайте его. Местный завод нефтяного оборудования пострадал от наводнения. Без него становятся буровые вышки. Поэтому необходимо как можно скорее наладить его работу. А сначала... Нужно добыть топливо и стройматериалы. Ладно, давайте его примем. И на этом закончим сегодняшнее видео. Вот это ебанутое видео, на которое я катался на Аляске. Видео, в котором я катался по Аляске. Ну, если так это можно назвать. До ближайшего поворота. И где меня все время эвакуировали. Вот такое ебанутое видео. Прости, пожалуйста. Вот такое вот ебанутая Аляска. Вот такая ебанутая игра, которая позволяет тебе прийти на участок, к которому не приспособлена твоя машина. Такая вот хуйня. Ладно, подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии. Подписывайся на паблики, все ссылки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.